Доброе утро, мои красавицы! Я по-прежнему Василий Скобелин. Я делюсь секретами макияжа. Дело в том, что наступила осень, и мы с вами хотим продолжения лета, хотим продолжения праздника. Поэтому яркие цвета никто не исключает. В первую очередь, для того, чтобы сделать хороший макияж, нам с вами нужны ориентиры на лице. Дело в том, что главным ориентиром в макияже являются брови. Именно они придают нашему лицу какое-либо выражение, либо грозное, либо удивленное, либо еще какое-то. Рисуйте классические брови, не очень яркие, потому что дальше будет огонь. Помните, что начало брови должно быть более прозрачным, нежели вся она, чтобы они не были слишком уж вычурными и нарисованными. Трендом уходящего года, слава богу уходящего и слава богу уходящим трендом, был макияж в один цвет, то бишь макияж монохромный. Мы его сейчас немного видоизменим и подадим очень вкусно. Выбирая цвет, смотрите, чтобы он был контрастным по отношению к вашим глазам. Если глаза теплые, цвет холодный. И наоборот, тогда глазки станут значительно ярче. Теперь мы с вами добавим немного энергии солнца, яркости, насыщенности добавит как раз-таки хайлайтер. Мы его нанесем на всю фронтальную зону, но старайтесь не переборщить для того, чтобы вы не выглядели, как будто вас маслом помазали. Немного загарной пудры мы используем в качестве скульптора. Тогда личико все-таки вернет загар, который уже отмылся. Ну и куда же без густых, шикарных ресниц? Естественно, глаз сразу станет ярче и больше. Для пущей драматичности я добавлю цветную внутреннюю подводку, тогда глаз станет прям таким рысь. Бриллиантовые губы – наше все. Когда у нас вот такой яркий макияж, губы, конечно, делать не слишком темными, но яркими они быть обязаны. И маленький финальный нюанс – чуть-чуть блесток в волосы. Вуаля! Вы готовы к вечеринке, вспоминая пляжный сезон. Красоты вам, золотые мои!